Жители Самарской области могут получать скидку при оплате проезда. Экономить в общественном транспорте можно, расплачиваясь за поездки картой МИР или картой жителя Самарской области, загруженными в смартфон. Так, если в свой мобильный добавить карту МИР, то скидка составит 8 рублей, если карту жителя – 10 рублей. Загрузить банковскую карту в телефон можно с помощью платежного сервиса MirPay или Samsung Pay. Их установка возможна на смартфоны Android. Такая оплата удобна и безопасна, и раньше специалисты не получали никаких замечаний от пользователей, в том числе и от людей старшего возраста. Дети и внуки помогают устанавливать, показывают, как делать, как платить, и вот ту самую привычку возвращают. Это безопасно, это с точки зрения MirPay, это национальный платежный сервис, он был разработан специально для нашей страны, нами специально для карт МИР. Такие акции проходят в губернии не в первый раз, и люди активно пользуются такими предложениями. Так, за последние 2 года пассажиры городского транспорта сэкономили почти 66 миллионов рублей, оплачивая поездки карты МИР и карты жителя. Специалисты уверены, что акция станет еще более масштабной, потому что добавились новые виды транспорта и стало больше владельцев карты жителя Самарской области, которую тоже можно привязать к смартфону для оплаты. Тогда, к сожалению, в акции участвовал только наземный общественный транспорт, не участвовали электрички и проезд в метрополитене. Сейчас эта акция выгодно отличается в этом формате от той. И, как я уже сказал, особый интерес эта акция вызвала уже в момент ее проведения, то есть когда люди поняли, что здесь ничего страшного нет, что там вы действительно получаете скидку, и это действительно выгодно, удобно, экономично и так далее, они стали уже на тот момент все больше и больше получать карту жителя. При этом важно, что транспортные компании получат полную стоимость за билет. Разницу перевозчикам восполнит платежная система МИР. С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте приветмир.ру и в мобильном приложении «Привет». Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.